Друзья, привет! Встретились с Альбертом. Сегодня заснимем небольшую тренировочку на природе. Покажу, такая тренировка, как называется, full body. Это на все тело, она немножко жиросжигающая. Будет немножко затронет все тело. Это грудь, спину, ноги. Что там еще? Пресс затронем. И в конце тренировки мы, как обычно, раскидываем руки вот с моим другом и напарником Артемом. Немножко руки покидаем, ну, типа спарринга такого легкого сделаем. Но самое главное, сожгем. Будем сжигать. Да, лето. Лето, правда, у нас уже заканчивается. Поэтому уже, наверное. Не шути так, ты что? Ну, практически заканчивается. Что осталось тут две недели у нас сибирского лета. Будем зажигать эти две недели. И поэтому жиросжигание, не знаю, кто не успел сжечь жиры и подкачаться к лету, не успеете. Обязательно вначале делаем разминку, крутим все суставы от головы до пяток. Разминаемся. Ну и такие растягивающие упражнения. Ну, мы начинаем нашу тренировку. Тренировка будет состоять из двух суперсетов. Первый суперсет — это будет подтягивание широким хватом и отжимание на брусьях. Сразу затрагивает подтягивание — это у нас спина. Отжимание на брусьях — это трицепс и грудь. Без отдыха. Делаем не обязательно там по максимуму, ну, там не меньше 10. Кто старается, кто как, короче, кто как сможет. Это как считается за один подход. Подтягивание и отжимание. Эти упражнения считаются базовыми. Базовые упражнения — это те, которые затрагивают много суставов. Тем энергии больше затрачивается. Соответственно, базовые упражнения энергозатратные. Сжигают больше жира. Еще, ребята, есть такая хорошая штука, это резиновый спандер, ну просто резинки толщиной там с мизинец, очень хорошо помогают, развивают многие суставы, там сухожилия, многие боксеры, борцы применяют этот, а в дальнейшем покажу. Еще есть такие называемые функциональные петли, ну или называются не петли, ТРХ. Поэтому очень удобное приспособление, цепляется за любой, возможно, турник, любое дерево. Ну, на природе можно пользоваться. Вот тоже покажу, что это из себя представляет. Петли. В дальнейшем я их вам покажу. Покажу небольшое какие-нибудь упражнения. Так что вот все, вот все, что здесь находится, турник, брусья, вот эти петли, да, резиновый спандер. Вы можете просто купить за, ну, за небольшие там деньги и пользоваться. И не говорите, что у вас нету там денег на абонемент. Практически вот эти спортивные площадки не обязательно такие, а просто турник брусья находится у нас в каждом дворе. Так что главное, нужно хотеть это делать и делать. Ребята, еще для тех, кому тяжело подтягиваться, или кто не может, или кто девушки, женщины, есть простое приспособление, именно вот этот резиновый спандер нужно привязать к турнику. Где-то, ну, наверное, длина будет это вот такая вот, чтобы на уровне, наверное, живота. Я даже не знал, как можно сделать. Ну, видишь, не знал, просто я подтягиваюсь своим весом. Юрка у меня на работе подтягивается. На работе пытаетесь устроить такие штуки, да? А у меня там прям некомфортные условия на работе. Ну, можешь посмотреть, в вагоне сделан спортзал. И мы вдвоем, нас два старых спортсмена, нам по вине 42. Опа!
Юрий, опасно. Технику безопасности соблюдайте. Нет, там... Я их не обрезаю, потому что они мне длинные нужны. Для других пешеходов. Да. Так, там можно эти два разных. Да, сделать. Есть резинки подороже, которые просто уже готовы. А есть плоские же еще. Да, ну вот они готовы. Ну вот, вот. Берешь, растягиваешь, ставите ноги. У тебя так турнику. Ну вот так ставите ноги. Не развяжешь. Нет, уже. И начинаете подтягиваться. Яно вам помогает. Попробуйте. Попробуй. Снижение отпускай сильно, резко. Снимай. Да. И вот попробуй. Сразу можно по три сделать, три. Еще будет легче. Легче? Отлично. Когда уже мышцы забились, да? Самое да. То. Да. На количество. Если делать. Нужно количество повторений. Давай. Оп, осторожно. Нужно просто держать прям ногу. Это я увлекся уже. Да. Ну, если кому тяжело, еще можно 3 сделать, можно 4. Ну, видишь, чем больше резинок, тем эта нагрузка будет легче. Обязательно пейте воду, так как у нас в жару повышается температура тела, вода выгоняется, выгоняются минералы, соли, всякие возможные витамины. И водой мы выгоняем продукты распада. Чем больше вы пьете воды, не менее 3 литров, тем худеете более плодотворно. Потому что люди, которые хотят похудеть, первое – это больше воды пить. А следующий сплит – это у нас идет сразу на ноги. Грубо говоря, все затрагивает это и бицепс бедра, и ягодичные, и квадрицепсы. Это будет приседание с весом. Ну, вес у меня будет... Мой друг Артем, да, он весит 70 килограмм, ну, 70. Наверное, 72 все-таки. О, 71 с половиной. Шучу. 76 был, вот, 76. А мы все похудели, он до 70, а я с 90 до 78. Приседание будет проходить в классической манере, ну, там, до 90 чуть где-то с весом человека. Второе упражнение, это вот упражнение, кстати, многим хочу показать, если ничего нету, а вам хочется плечи покачать. Вот хорошее упражнение. Находите какую-то подставку или кому тяжело, можно вот так вот, например, делать. Получается, тело как можно выше. Выше вот не сюда, а именно вот сюда к голове. И широкая постановка ног, и вы опускаетесь вот так. Если вам легко, вы продвинутый пользователь физически, то вы встаете на лавочку, опять же, ноги высоко, вот тело, получается, вы перемещаете ближе к голове. И таким образом, вот, это у вас получается, как будто вы жмете штангу армейским жимом. Вот. На плечи, да, прям сажусь? Да. Нет, не трепать. Да? Можешь за эту держаться, но только не держись сильно, чтобы меня не перед. Да не держись, ему тут там равновесие теряет. Не держись. 10 вполне достаточно. Страшновато. Можно и больше. 10 вполне достаточно, потому что это не штанга. Сразу же суперсетом делаем. Суперсетом? На плечи, да. Кажется легко, я вам скажу, нет, нормально. Есть нагрузка? Да, есть. Непривычно, конечно, такой. Да. Ребята, это видео будет выходить на канале «Спортивный дед», то есть у меня ссылка внизу будет в описании, да, и
И это видео опять же будет на канале Альберта Профиль ТВ. Ссылку я внизу размещу, потому что Альберт занимается еще другими съемкой, фотосъемкой. Так что, может, кому-то что-то пригодится, переходите на его профиль, смотрите, пишите, пригодится вам. Ребята, вопросы такие меня задают и многим. Как совмещать тренировки с железом по накачке там мяса и похудение, и совмещать различные виды тренировок, там бокс, восточное единоборство и железом, это строительство тела, да? Все вместе не получится. Однозначно, вы уходите или то, или то. Потому что если захотите наростить и заниматься единоборствами, не получится и не там, и не там. Лучше куда-нибудь целенаправленно, специализацию уходите. Потому что кардио нагрузки, да, это медленные нагрузки, такие монотонные, которые в пульсовой зоне от 120 до 140. Вот именно они монотонные, они топят жирок. А другие, как бы, вы будете с помощью них, ну, немножко похудеете, но в основном вы похудеете за счет мышц только-только так. Поэтому кто хочет похудеть, это силовые тренировки и кардио добавлять. Те, кто хочет иметь высоту удара, там, ловкость, уходите в специализацию в тех именно тренировках. Двойной не получится. Много упражнений, вот как мы сейчас делаем в фулбане, не надо. Максимум 4, потому что все упражнения базовые, все энергозатратные. Тяжело вам будет много сделать, тем более на жаре. Мы сейчас покажу, добьем немного упражнением с резиной и функциональными петлями. Смотрите, эти петли функциональные, да, крепятся, ну, к любой можно ветке, можно к турнику. Даже есть приспособление такое, как вот, не знаю, как ролик тут. Оно вообще зажимается в дверь закрывается, соответственно, оно так давит, и все, и здесь торчит вот этот шнурок. К нему с помощью вот этих петель цепляется вот эти петли. Сейчас покажу. Даже для двери так сделал. Да, специально даже. Можем его тренировать сейчас. Вот цепляется. Здесь есть все. Вот, грубо говоря, все, петли готовы. Ну, так как мы сегодня делали грудь, спину, ноги, плечи, покажу пару упражнений. Их очень много. Кто захочет, зайдите, кому не посмотрите. Ну и сделаем просто разводку. Это типа как разводка гантелей, ну, у нас разводка получается вот таким образом. Это что, как брусья, как гантели делаете. Чем дальше вы вперед приходите, тем вам легче. Чем дальше вы отходите, тем нагрузка сильнее увеличивается. Так что в зависимости, как вы хотите. Ниже, как вы, если вы сильно тренированный, дальше отходите. Ну, вот это типа разводочки. Следующий. Кричит заведующий. Я первый раз с этим связываюсь. Да. Поэтому, так, куда мы локти, Володя? Да, чтобы они у тебя ходили, петли вот здесь. Ну, над, да, над плечами. Так, и как я вот? Чуть-чуть разводи. Своди. И своди. Разводка у тебя. Во-во-во-во. Где же руки-то? Попробуй, Альберт. Пошел вместо ревизора. Надо что-то одевать, наверное. Бежать тебе, чтобы было полегче. Да, да. Оп. Сильно не разводи. Ты вот так вот разводи. Во-во-во, все. И своди немножко. Много не разводи. Чем дальше, тем тяжелее будет. Хватит. Во. Чтоб прочувствовать. Да с виду-то легко. Спорт всегда. А с виду легко. И
на диване сидя категорирую. Да, сидя на диване легко. Да, 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 диванные критики — это самые лучшие спортсмены. Ну, вот эти петельки так называемые, да, придумала американская пехота. Солдаты именно с американской пехоты, они эти петли цепляли к дулу танка или еще к чему-то и тренировались, так как нету ни гантель, ни железа. Вот получались были тренировки собственным весом. Поэтому достаточно маленький мешочек, и вы всегда на коне. Тем более на природе, вы можете брать их с собой на природу и заниматься там. Так, ну смотрите, сделали немножко разводочку, да? В дальнейшем делаем упражнение на спину. Это для тех, кто знает. Ну, типа делаем тяги к поясу. Это упражнение целенаправленно идет на больше не на ширину спины, как подтягивание, а на толщину. Вот, покажу, как это все делается. Опять же, чем вы дальше отходите от петель, тем нагрузка тяжелее. Чем ближе, тем легче. Вот, если вы сюда отходите, нагрузка будет легче. Если сюда, то тяжелее. Вот таким образом. И тяги не тянете к животу. Да, именно к животу. Спина прямо, ноги можешь чуть-чуть согнуть в коленях. Да. К поясу. Тянешь именно к поясу. Ноги туда, не наоборот. Во, согни в коленях чуть-чуть, тебе будет полегче. Во, к поясу тяни, старайся к поясу. Не именно так, а вот сюда, вот грудь выгибай. Во! Пресс внизу, жопу не опускай. Не опускай, вот. Поясу старай тянуть. Так, не выходи. Пробуй. Поехали. Давай. Ноги в коленях согни. Согни еще. Во. И вперед подойди. Вот сюда, наоборот. Не, наоборот, к себе. Во, вот так вот сделай, чтобы тебе было чуть полегче. И к поясу сюда. Во! Вот так. Здесь внизу жопу не держи ее прямо. Вот. Чик! Захватил. Поднял. Чик! Сдаю. Чик! Сдаю. Вот таким образом. На секунду. Бам! Задавили. Задавили, рекомендую. Другие. Местные аборигены, что ли? Или как их можно назвать? Парни тоже занимаются спортом, молодцы. Как же Шилов? А? Не увлек их господин Митяй? Нет, эти пацаны, я их знаю, молодцы, они занимаются спортом, они настроены нормально. В дальнейшем, тем более, ребята, занимаемся мы спортом по молодости, мы все, в 20 лет мы все красавцы, спортсмены, все в кубиках. Главное, после 30 меньше процент, после 40 вообще мало. Главное, спортивное долголетие, а не то, что вы будете молодо заниматься. Воспитывайте себе характер, конечно, но постарайтесь его намного дольше протянуть. На пресс очень много различных упражнений. Тоже покажу упражнения, которые на петлях делаются. Потому что она очень попадает именно туда, куда нужно. А нужен именно пресс? А нужен, да. Нужно хотя бы один кубик. Да. Один кубик, а не один шарик у нас у всех есть. Даже у тех, как Миша Кокляев сказал. Говорит, кубик-то у меня есть, у меня побольше. Не знаю, с Мишей получится, у меня не получится. Вот сегодня буду звонить, может быть, вполне и получится встреча. Личная встреча. Знаю. Сегодня же 19. Ну, я вчера звонил. Он приехал, Серега. Серега был занят. Сегодня буду звонить, может быть, у меня выйдет. Будет. Надеяться. Будет хорошо. Ну,
не учу, человек публичный, поэтому не получится, не получится что. Так, ну показываю. Подтягивайте ноги как можно выше к себе. На пресс запуск. Запутаешься, блин, пока. Так, следующий. Давай, попробуй. Давай, попробуй, я тебе помогу. Сразу не делал. Пятки. О. Пятки напрягай. Сюда. Вот, вот, среди них. Руки поближе подойди. Поближе? Да, да, да. Во. И теперь ноги не сгибай. Подтягивай. Во, полностью. Как можно выше. Ноги в коленях не сгибай. Во. Руки не сгибай. Руки у тебя прямые. Во. Подтягиваешь. Во. И все, давай вверх тяни. Воу. Не, не, возвращай сюда вниз. Вот. Вот. Ну, у тебя косые, у тебя весь вот этот боковой, вот косые задействуются, пресс. Но ты, вот смотри, ты не вот так тяни, ты должен вот, как будто ударяешь. Вот. Да, 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 да. Чуть-чуть повыше тяни, выше. Во. И пояс вниз. Во. И внизу, чтобы тебя не расслабляли, чтобы у тебя натянутая рука была. Это надо подойти сюда поближе, придется. Сюда поближе, да, камера. Во. О, тяжело теперь. Ну. Вот, как будто вот ты вот такое упражнение делаешь. Примерно на ту сторону. Да, переходи. Ну, раз 20. Тягани 15-20. Так, давай. Руки, не, сделай захват. Две руки. Да, да. Можешь на одну, потом на вторую. Да, можешь, а второй помогать себе. Ну, как за руку. Во-во. И получается у тебя отсюда вот вверх. Стань прямо. Во-во-во. Нет, у тебя получается, вот смотри, отсюда вот его движение. Давай. Вот, ну типа подобие вот так. Ну сразу с первого раза. Ноги сильно, это ноги вместе. Воу, не, вместе это. У тебя ноги, у тебя одна согнута, одна нет. Делай их вот так. Чуть-чуть согнутый, чтобы чуть-чуть колени были. Во. В другую сторону, да. Здесь больше работают вот косые межреберные мышцы, косые живота. Какой живот? У меня пресс. А, ну, нет. Кубик по один, но пресс. Или ребра, в крайнем случае. Ну, мы сейчас сделаем парочку раундов, может, три как силы. Чисто для того, чтобы вот именно то, что мы покачали, мышцы, чтобы они не были забитые, мы просто раскидаем ручки. Ну, сделаем парочку раундов, поэтому посмотрим. Вот для этого можно брать гантельки и просто пораскидываться, но желательно после занятия железом там своим весом немножко раскидывать руки, чтобы мышцы не были затянуты. Давай.
5, хорошо. Молодежи хоть пример показываю. Вот, знаете, я хочу как, чтобы у меня скоро будет внучка. Сначала детям показывал, да? Дочка, она у меня спортом занимается. Хочу внучке своей показывать. Дай бог, будет внук еще. Его воспитать. Желание у меня просто долголетие. И в лет 60. Ну, ходить не обязательно прям жестко заниматься. Но поддерживать физическую форму. Дай бог здоровья будет, дай бог будем продолжать. Поэтому у меня был как для подражания, наверное, отец у меня был так. Он 70 лет умер, до 69 лет занимался спортом. Вот, прежде всего, нужно смотреть на своих родителей и родителям подавать пример детям. Не балетом занимались. Да, да, не балетом занимались. Это опасный вид спорта. Да, да. Говорит Артем. Точно. Артем, слушай, а что я ошибку совершил в прошлом году? На танцы пошел. На танцы? Да. Ну, конечно, в твоем возрасте это был несерьезный поступок. Опрометчивый, причем. А мне понравилось. Понравилось? Не, ну опять же, ты, наверное, пошел на парные танцы сделаны, да, с женщинами, да? Да, 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 да. Ну, это совершенно другое. Смотрится. Телефону.
Я тоже подсдохнул. Ну вот и все. Друзья, тренировка прошла. Спасибо Альберту Васильеву. Советский Союз. Да, 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 за его канал Профиль ТВ. Подписывайтесь на его канал. Подписывайтесь на мой канал Спортивный Дед. Так что бери быстрее, вот, бери. И занимайтесь, да, обязательно спортом. Занимайтесь спортом, независимо от какой. Какой, я сколько раз повторюсь. Главное, занимайтесь, привлекайте своих детей. Дети наше будущее. Они там в дальнейшем что-то будут строить, а не мы уже. Так что всем счастливо. Всем пока!